Всех приветствую, с вами Нелис и Окей. В этот раз вы попросили вставлять вместо одного вопроса, например, три. Хорошо, держите. Ладно, если серьезно, то я сейчас постараюсь делать видео почаще и вставлять по одному часто задаваемому вопросу. Заходим на девятую вкладку и ищем закругленные блоки. Ставим и выбираем этот слой и настраиваем черный цвет. Теперь ищем такую же закругленную полосу и ставим туда же. И как бы визуально все готово, но если мы попробуем сыграть, то мы не сможем врезаться или подняться на них. И для этого переходим на третью вкладку и ставим подъем, уменьшая его в два раза. Располагаем его так, как я сейчас показываю. Ну вот и все, теперь осталось достроить все обычными блоками. Как видим, получились платформы с закругленными углами, по которым можно скользить. На этом мое видео подходит к концу, и я хочу вас попросить поддержать эту рубрику, поставив лайк и подписавшись на канал. С вами был Нелис, всем пока.